Здорово! Сейчас будут итоги теста бандеражерских покрышек. Если кто-то не видел начало, то посмотрите вот этот ролик. Поехали! Начинаем с установки. Покрышки мягкие, устанавливаются легко, просто руками, без всяких лопаток, что, безусловно, является плюсом. Поставили, накачали и поехали тестировать. Первая покрышка приказала долго жить уже через 4 дня. Да, вот так случается. В воскресенье их поставил, в четверг еду, остановился, сошел на тротуар посмотреть дорогу, и здесь сзади бабах. Да, оказалось, это покрышка. Все печально, с собой, естественно, на замену покрышек нет, поэтому пришлось использовать старый добрый костыль из изоленты и так доезжать еще десяток другой километров до дома. Задняя покрышка отправляется на мусорку, передняя переезжает назад, а вперед ставим третий ультраспорт. И вот с этого момента за 3500 километров ни к передней покрышке, ни к задней вообще никаких вопросов. Что ультраспорт, что бантражер, просто идеально. Ни проколов, ничего не было, я ими полностью доволен. Тот печальный случай с задним порезом, я думаю, что это была все-таки обидная случайность, потому что разные вещи случаются в дороге, иногда наезжаешь на что-то острое, появляется сбоку порез, через этот порез проступает камера и потом все это взрывается. Покрышка в теории ремонта пригодна, но я еще таким пока не занимаюсь, поэтому покрышка отправилась на мусорку. В целом бандеражеры по живучести не уступают гаттерскинам, по цене они тоже плюс-минус одинаковы, поэтому я думаю, что пришло время расширять горизонты и пробовать что-то кроме Континенталь. После отчета спонсору о проделанной работе мне подкинули еще одну пару покрышек, это такие же бандеражеры, только уже 28 мм. И вот здесь появляется извечный фиксерский вопрос. Что там с зазорами? На 25 мм зазоры были вот такими. Производитель говорит, что в мою раму влезут 28 мм, а судя по зазору вилки, такая туда тоже должна поместиться. Но я это не проверял, поэтому единственный способ узнать, это установить покрышки и посмотреть, влезут они или нет. Устанавливаем, покрышки такие же мягкие, ставим в раму и вуаля, 28 мм, супер входит. Кроме того, с новыми покрышками получаем и 3 мм ширины, а значит меньшее давление и больше комфорт. Не сказать, что прям начинаешь лететь по Вроцлавской булыге, но комфорт определенно чувствуется. По скорости не скажу, что стало хуже, я не настолько, чтобы считать каждую секунду и где там чего у меня сколько прибавилось времени в пути. Но когда есть настроение и свежая нога, то летишь также по хорошей дороге очень быстро и везде успеваешь. Поэтому, на мой взгляд, это не проблема и это не повод отказываться от более широких покрышек. Посмотрев на все это дело, вывод такой. То, что не нужно заморачиваться с этими ультратонкими покрышками, там 20 мм даже есть, 23, да и 25 не стоит. Можно просто ставить максимально широкую под твою раму покрышку и ездить по гравийке, ездить по булыге и просто кайфовать от езды, потому что широкая покрышка это плюс комфорт, скорости практически не теряешь, поэтому почему нет? Всем до встречи на хорошей дороге!